Ну скажи мне хоть что-нибудь про него. Что? Он умный. Он все может, все умеет. Он и лечит, он и лес сажает. Не в лесе, не в медицине дело, милая моя. Пойми, это талант. Талант. Сонечка, а ты знаешь, что значит талант? Нет. Талант, Сонечка, это смелость. Это свободная голова. Широкий размах. Вот он, да? Посадит деревце и уже загадывает. А что же будет из него через тысячу лет? Уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редкие, их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, ну что за беда? Раньше бы человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора. Непролазная грязь на дорогах, морозы, метель. Расстояние громадное. Народ этот грубый, дикий, кругом нужда, болезнь. А при такой обстановке тому, кто работает, кто борется изо дня в день, трудно сохранить себя к 40 годам чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. А я нудная, эпизодическое лицо. И в музыке, и в доме мужа, и во всех романах, везде. Везде я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Сонечка, если вдуматься, то я очень несчастлива. Нет мне счастья на этом свете, нет? Ну что ты? Что ты смеешься? А я так счастлива! Так счастлива! Мне хочется играть. Я сейчас сыграла бы что-нибудь. Сыграй, я не могу спать, сыграй. Твой отец не спит, когда он нездоров, его раздражает музыка. Пойди спроси, если он ничего, то я сыграю. Сейчас. Давно уже я не играл. Буду играть и плакать. Плакать, как дурка.